Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Last Day Alive. Так, ребят, не успел я зайти в игру, как видите, у нас тут обновление небольшое вышло, но это не важно. Главное, что у нас городской центр второго уровня, и нам доступна фабрика и оружейная. Угу. Ну что же, забираем награду, $150, они нам пригодятся, поверьте мне. И у нас тут что-то еще, смотрю, прогресс какой-то, да? И еще $150, ребята, у нас на карман падает. Вообще шикарно. Так, ну и что же мы тут? Ага, смотрите, металлолом забираем. Хранилище еды заполнено, да? Перейдите в компанию. А, у нас, не понял, подождите, ребята. Почему я не могу забрать? А, видимо, у нас забито полностью все едой, и нам нужно потратить. Хорошо, смотрите, у нас ящик есть. Ага, один бесплатный, давайте-ка его посмотрим. О, хорошо, гранату нам дали. Я думаю, она лишней не будет. Я, правда, честно говоря, еще ей не пользовался. Но все у нас еще впереди. Так, давайте-ка отсюда выходить. Здесь у нас под замком. Но я смотрю, у нас две ячейки открыты. И мы можем построить с вами фабрику, которая будет производить нам материалы. Блин, не хватает 250 ящиков. Ну что ты будешь делать, а? Да, у нас вообще ящиков нету. Ребят, нам придется с вами отправляться в путь-дорожку по ходу дела. И зарабатывать ящики. Давайте-ка глянем, что у нас тут. Ага, 35 ящиков, $145. Угу. Так, здесь у нас пройдено. Хорошо, значит нам... А у нас выбора нет, ребята. Давайте тогда мы, наверное, с вами отправимся сюда. Ящиков, конечно, получим немного, но $145 на карман к нам упадет. Так, большинство зомби наносит урон только вблизи. Выбирайте цели правильно. Интересно, а как мне это узнать? Видимо, есть еще и стреляющие зомби или плюющиеся. Что-то в этом роде, наверное. Так, приступаем, ребятушки. Ага, они уже знают, что я здесь. Убейте всех врагов. Да как нефиг нафиг. Так, иди сюда. О, бегун. Отлично, еще одна партизанка. Так, этот тихоход, это хорошо. Смотри, я эту не добил. Да откуда вы лезете-то все, а, упыри? Иди отсюда. Бежит она ко мне, в обнимочку хочет. Нет уж, кукиш вам всем. Так, блин, сколько у меня патронов. О, тихо. Хедшот у меня тут, хедшот. Да плевать, они по ходу дела хотели на все это. А нет, ребята, все-таки я выстоял. Ух, ну было горячо уже. Так, итого у нас, ух ты, мы 35 ящиков получили, а денег-то гораздо больше, чем было изначально написано. И тут еще забираем награду, $300. Слушайте, ну тут с деньгами, я смотрю, вообще проблем нету никаких. Так, забираем здесь награду. Всего лишь один слиточек мы получили, ну почему так мало, ребята, а? Да вы просто машина смерти, поздравляю, говорит Конор Флинн нам. Да не за что, я такой... С рождения. Выживаю как могу, как говорится. Так, и здесь у нас что? Не хватает силы оружия, ребята, чтобы мы могли пройти вот эту вот миссию. Давайте-ка мы с вами будем улучшать потихоньку и зарабатывать всякие тут вещички. Так, у нас с вами 1270. Ага, 430 нужно потратить. Ладно, хорошо, давайте. Урон нам нужен в первую очередь. Как ни крути. Так, теперь, наверное, множитель, да? Да. Критического урона тоже пригодится. Так, перезарядка или обойма. Нет, наверное, лучше обойму, ребятушки, сделаем. Потому что чем больше патронов, тем лучше. Ну ладно, бог с ним. Два слитка потратим. И все, все, ребята, деньги быстро кончились. Вот почему их так много дают и везде. Блин, и все равно не хватает силы оружия. Печалька. Так, здесь у нас $150. А здесь еще 35 ящиков дают. А в этом $155 и 35 ящиков. Я даже не знаю. Тут, короче, надо ходить с дробовиком, я так понимаю, тут с автоматом. Но сумма денег и ящиков почему-то не меняется. Да. Ладно, ребята, давайте, наверное, пойдем. Хотя, подождите-ка. А, вот, ребят, смотрите. У нас текущая 58, требуется 66. В любом случае нужно зарабатывать деньги. Как ни крути. Так что давайте, наверное, пойдем за автоматы. Сейчас мы их там почикаем по-быренькому. $155 к нам на карман. Плюс за бонусы, я так понимаю, хедшоты нам дают дополнительную прибыль. То есть, чем чаще и лучше я попадаю в голову, тем больше денег мне капает в карман. Так, ну что же, погнали. Что у нас здесь? По-моему, локация знакомая. Убей всех врагов. Ясно. Давайте-ка я в голову. Блин, ну как же все-таки... Но получила она хедшот. О,
Тяжело, тяжело, конечно, мне мышкой целиться, потому что мне приходится зажимать и управлять отдельно. Если бы... Так, 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 тихо. Отлично. Блин, жирный этот идет. Ё-моё, взрыватель, или как его там звать? Сейчас бомбанет. О! Слушайте, довольно легко и просто. Считайте, тут сколько? Минутная миссия. Даже, наверное, минуты не прошел. Наверное, секунд 30 я прошел ее и заработал себе денег практически на халяву. Оу! Улучшение завершено. А, ё-моё, там надо было просто время подождать. Блин, ну всего 2 единички не хватает, чтобы я смог сюда пройти. Ладно, давайте-ка мы что-нибудь с вами тогда... Ничто мы не улучшим, потому что у нас не хватает денег, опять же. А, подзабыл, 350 баксов, тут 430. Как ни крути, нам придется, ребята, опять с вами куда-то идти. Тут только баксы нам дают, но зато бесконечно. Смотрите, видите, знак бесконечности. Так. Опять у нас либо за автоматы, либо за дробовик. Ну, как вы понимаете, ребят, я иду за автомат. Я надеюсь, все так быстро будет. Если ваш напарник погибнет, вы проиграете миссию. Прикрывайте их. Оу, ничего себе, у меня тут будут напарники еще. Хо-хо, вот это круто. Так, ну что же, ребята, давай... Ах ты, вылезла, убей всех врагов. Хедшот, великолепно. Оу, тут что, бегуны, что ли, одни? Так, 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 ребят, подождите, подождите, подождите. Так, это медляк, эти бегуны, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, тихо. Как ты перезаряжаешься не вовремя, Фрэнки. Нормуль, пока все отлично. Да что ж такое, купировали, блин. Дайте мачете, вот так вот. Мачете очень хороша. Кстати, да, надо будет, ребята... Да что ж ты, блин... На-ка, выкуси. Надо будет мне поставить удары мачете, гранаты тоже на отдельные кнопки. Я как-то об этом не подумал, честно говоря, и не знал, что они так будут часто мне пригождаться. Ладно, хорошо, что мы прошли. У нас $380. По-моему, мы что-то там можем... Вот, 350 здесь требуется. Вполне, вполне нам хватает. Забираем награду, 100 баксов. Да, здесь деньги как вода. Прям сквозь пальцы протекают. Ну, оу, есть, ребята, есть. Мы можем с вами пойти сюда. Коннор позаботится о коробках, а вы займетесь зомби. Хо-хо-хо. Неплохо. Так, бейте прыгуна перед тем, как он ударит. Это собьет его с ног и заставит отступить. Ядрить твою на корень. Тут еще и прыгуны будут всякие, а? Ну ладно, значит, мне надо будет прикрывать Коннора. Так, вот он, я смотрю, бежит куда-то, побежал. Так, что он там делает? Старайтесь не ввязываться в бой. Нужно доставить припасы в целости и сохранности. В следующий раз будете сами таскать ящики, а я посмотрю. Правильно, Коннор? И что там, сидит на базе, командует. О, бегут охламоны. Так, ребята, сосредоточились, хедшот есть, готов. Еще один, великолепно. Тихо-тихо. Так, у меня 14 патронов. Блин, как тут перезарядиться-то, ё-моё. Блин, вот бывает свободная секундочка, и хочется перезарядиться. Приближается метатель. Осторожно, к нам идут метатели. Я вижу. Оу, вот они что делают. Так, так, ребята, я так понимаю, в этот мешок нужно бомбить. Отлично. Тихо, тихо ты, не буянь, хламон. Да как же все, вот ты вовремя. Блин, надо все-таки обойму увеличить. Ну это не дело, ребят, ну... Прям вот такой ответственный момент. Давайте мне еще напарника здесь прибейте, чтобы я проиграл этот уровень. Так, опять метатель. Ты смотри-ка, откуда он вылез там, а? Я тебя сейчас плюну. Вот там вот и валяйся. Так, бегуны, бегуны бегут. Так, упал один. Все, вроде тихо, да? Идут медляки одни. Ладно, это, как говорится, мой шанс. Так, перезаряжаемся, ребятушки, и расстреливаем. Сколько? Все, патроны кончаются. Давай, последний патрончик. Перезарядочка. Вот так вот. О, неужели он включился в бой и начинает мне помогать? А вот, ребятушки, мы и прошли, в принципе, эту миссию. Отлично поработали. Теперь у нас достаточно припасов, чтобы продержаться весь сезон. Да ладно тебе. Всего лишь 4 помидора, блин, надыбал, и она такая довольная. Нет, что-то ты хитришь, бабуля. О, ребятушки, вот что нам, добытчик. На склад ворвались враги, зачистить его. Нет, пока я ничего не буду зачищать, я хочу здесь глянуть. Так, понятно, яблок у нас действительно, или как там, помидоров очень много. Получили металлолом. А что я могу еще тут сделать-то, интересно?
Ага, смотрите, фабрику могу построить. Да, через 30 секунд она будет готова. Ну что же, великолепненько просто. Так, смотрите, тут у нас уже кланы есть. Польские кланы, итальянские. А русского... А нет, смотри-ка, русскоязычный. Польский клан, русскоязычный. Нет, я не пойду ни в какой польский. Я, наверное, сам себе свой создам и буду в нем дрынкать. Не хочу я с поляками просто играть, вот и все. Так, а здесь у нас я не в клане, понятно. И вот строительство завершено у нас, ребятушки. Так, нет, это я не хочу ни в какие приложения. Давайте 200 баксов заберем, конечно же 200, хотел сказать 20. 20 это вообще ни о чем. Так, могу я что-нибудь здесь улучшить, а? Городской центр третьего уровня нужен мне. А чтобы мне его сделать, сколько нужно? Блин, я не пойму. Что нужно-то мне для этого? А, хранилище первого уровня. У меня что, нет хранилища, что ли? Точно нет, вот надо его построить, ребята. А для этого нужно 200, блин, коробок. Так, кстати, я скоро перейду в PvP режим. Видимо, да? 560 очков нужно заработать. Этих буковок Z. Ну что же, придется теперь бежать за коробками, блин. А такую сумму большую коробок мы сразу с вами не получим. Тут всего лишь по 35 дают. Так, а что вот это за миссия у нас? Ликвидируйте всех зомби издалека. Попробуйте оружие бесплатно. Я когда-нибудь отказывался от чего-нибудь бесплатного? Нет, конечно. Некоторые выжившие стали мародерами и добывают себе на жизнь грабежами и разбоями. Ага, значит, здесь у нас еще помимо зомбарей и мародеры будут. Так, спасите выживших. Ребят, смотрите, я со снайперкой. Оу, кул. Отлично. Так, оу, а какого лешего ты там делаешь, придурок? Хедшот, замечательно. Так, вот он, этот жарабас идет. Надо ему в живот стрелять. Ну ладно тебе, 8 патронов всего, да? Ладно. Давай. Отлично, отличненько просто. Где они? Так, ну хорошо, что здесь идут пока у нас медляки. О, нет, ребята, да что ж ты... Как у тебя все время кончается вовремя патроны, а? Как же ты меня раздражаешь? Ёлки-палки, что ж так ведет-то тебя, а? Замри, дыхание задержи в конце концов-то, ё-моё, блин. Блин, у него тратятся, ребята, у него хпшки потихонечку, но тем не менее тратятся. И если я его сейчас не прикрою, я боюсь, он сдохнет, и я проиграю. А мне это нафиг не нужно, согласитесь. Приближается подрывник. Так, я вижу тут охламонку. А где у нас подрывник? Неужели сейчас отсюда влезет? Точняк, ребятушки, смотрите. Жирный, толстый, блин, а. Идет, блин. Чепушило. Да что ж, не попадай никак. Да ладно тебе, ну завязывай, да взорвись ты там, в конце-то концов, там заодно с собой пару зомбарей прихватишь. Ох, отлично, взрыв. Есть, бойня. Так, минус один, минус два. И последняя хламонка, надеюсь, минус три, да, вот так вот, в раскорячку ее. Фух, главное, что успели пройти. Смотрите-ка, 95 ящиков я за это получил. Хм, не дурно. И надо будет, кстати, посмотреть, нам хватит ящиков-то или нет на постройку. Что-то я не могу понять. Давайте вернемся к себе на базу и глянем-ка. Да, ребята, как раз хватает 200 ящиков. Тютелька в тютельку, как говорится. Забираем металлолом. Ну что, помидоры, я так понимаю, мы до сих пор не можем забрать. У нас полный боекомплект их, так скажем. Ну и через 30... Каких 30 там? Через 15 секунд у нас будет готово хранилище. Угу. Так. А что здесь нужно? А здесь нужно всего лишь 400 ящиков, ребят. Все упирается в ящики. Оружие, значит, мы прокачиваем за бабло. А свой вот этот вот поселочек мы делаем именно за ящики. За стройматериалы. Так, $200 мы забираем. Хорошо, они лишними никогда не будут. И нам придется, ребятушки, скорее всего, с вами что-то фармить. Ох ты. Сразитесь с другими выжившими в режиме PvP. Вы сможете испытать свои силы и в увлекательных поединках. Чтобы начать матч 2 на 2, нажмите на иконку PvP. Ага, мне даже показывают, куда надо нажать. Ну что же, ребят, давайте посмотрим, что здесь такое. Одна пушка хорошо, а две лучше. Кто бы спорил, Конор. Так. А, я могу что-то взять себе? Дробовик. И у меня автомат. Вы уже не раз помогали нам. Сегодня наша очередь. Будем сражаться в команде.
Хе-хе-хе, я не против, я только за. Оружие вашего оппонента в ПВП показано на экране результатов матча. Вы можете посмотреть его показатели. Так, мы ждем, ребятушки, видимо, игроков, да, команда противника, моя команда. Ух, понеслась, мы одинакового уровня, я так понимаю, да, 26-го. Вы станете легкой добычей для врагов, если будете сидеть на одном месте. Двигайтесь. А двигаться... А, вот как тут двигаться. Так, хорошо, ладно. Вот так, значит, мы целимся. Оу! Нажмите на укрытие. Ага, укрылся. Понятно. Значит, 2 на 2 у нас тут происходит все это дело. Будем тут бегать за этим ящиком и друг друга шмалять. Интересно, а как мы тут будем выигрывать или проигрывать? Черт, я же ему в голову попал. Почему он не сдох? А, видимо, здесь так не котируется, да? Крита здесь нет. Ладно, побежали. Так, а это что такое? Это же аптечка у нас впереди. А как мне ее взять? Ха, странно. Я не могу ее взять. Так, под хил придется, ребята, тратить, потому что очень мало хп у меня было. А я не готов здесь погибать. И я должен затащить эту каточку. Как ни крути. Ну-ну-ну, там осталось ему немножко. Так, вот он вечно... О, молодец, напарничек. Зашибил ты его там. Так, остался один, да? Счет 1-0 в нашу пользу, ребята, в нашу пользу. Блин, ты посмотри, как хитро делать. Я не понял я. Какого лешего там еще один появился? Эй, на, выпьем гранату. Не попал, куда-то вообще. Кинул хрен поймешь куда. А ну-ка. Нет, ты посмотри, что он творит, а? Чудило, иди сюда. Не, ну хорошо, хоть мой там бегает, подхилюется. Все как полагается. Значит, у него его территория. Нет, вообще-то. Да что ж ты... Блин, 39 патронов в обойме. На гранату. Опять все мимо. Куда-то она летит вообще далеко. А как интересно можно здесь радиус гранат изменить? Так, у него хп там очень мало. Ну, есть, я его пришил. Добегался, сучок. Так. Тот сидит, смотрите, сидит. Вот он, блин. Да что ты будешь делать? Там опять появился. А, ребята, все, я понял. Понял, у нас здесь идет время. Нам 3 минуты сейчас в данный момент осталось. И, видимо, кто за это время наберет больше фрагов, тот и выиграл. Ясненько. Хорошо. Пока мы ведем, причем в сухую. Блин, как же мне охота, вот, честно говоря, гранатой попасть в него, чтобы он сдох сразу же, а не бегался. Гад, еще подхиливается, а? Так, ладно, я пока буду здесь сидеть, хотя, может быть, надо перебежать. Вот так попробуем. Но, да ведь было же показана зона поражения, и он в нее входил, по-моему. Почему-то ему ничего не случилось. Да вы задолбали так отхиливаться-то там быстро, я не понимаю, что-то как-то... Офигеть можно мне. И урон у меня, да, конечно, по десяточке всего лишь. Ага, все-таки я его добил, ребят, добил его. И вот этого осталось надо шлепнуть. Есть. Вау, победа. Победа, ребята. 26 уровень. И звезду какую-то мы получили. А, повышение ранга. 25 ранг я теперь. О, ну я повысился на одну единицу. Так, забираем награду. Каких-то 50 очков. А что нам дают эти 50 очков, интересно? Чтобы сменить оружие во время игры, нажмите на иконку оружия в правом верхнем углу. Понятно, спасибо за эти подсказки. Я уже их давно изучил. Ну вот наша база. Давайте, наверное, мы посмотрим с вами кое-что. Так. Ёлки-палки, я на 442 месте нахожусь. Хе-хе, вообще нубас полнейший. Просто нуб. Хорошо, ладно, но это только начало, ребята. Подождите, еще все впереди. Так, здесь... Блин, как мне поменять, интересно, свой ник? Мне не хочется быть хантером этим. Я хочу быть Рэем, как и полагается. Смотрите, помидоры до сих пор не могу забрать. Зато у нас есть... А что у нас есть? Магазин ПВП. Так, мачете 90, так, граната 90, металлолом 50. А сколько у меня очков-то вообще, а? А, ребята, у меня 50 очочков. Угу. Ничего абсолютно я не могу купить. Металлолом я, конечно же, брать не буду. Зачем он мне нужен сейчас в данный момент? Майк Беннет. И вот еще вопрос, ребята. Как мне получить вот этих вот выживших? Где их найти? Я знаю, что нужно где-то искать для них карточки. А вот где? Пока еще ни одного мне не выпало нигде. Так, хранилище, хранилище, да? Так, городской центр 3-го уровня нужен, блин. Смотрите, не получается, ребятушки, не получается. Недостаточно у меня средств.
14 золотых, конечно, можно потратить, но стоит ли оно того, когда мы можем сами накопить? А здесь у нас, как всегда, не хватает силы оружия. Так, 1290, давайте улучшать тогда дробовик, потому что именно дробовик нужен туда почему-то. Так, отличненько, и еще, наверное, что-то хватит, да? Хватает, ребятушки, у нас хватает. Кстати, металлолом-то здесь тоже тратится на улучшение. Ага, не все так будет просто, как я хотел. Тут нужно будет и деньги, и материалы, и металлолом. В общем, все, и еда, в конце концов. Никуда без этого нам не деться. Да не буду я предложение ваше, задолбали. Так, ну что, давайте тогда сделаем еще, ребятушки, одну дополнительную миссию. Нам в любом случае нужны денежки, нам в любом случае нужны материалы. А для того, чтобы нам пройти дальше, придется вот, видимо, вот эти две зоны фармить. Не зря они сделаны чередующимся. Ну, от нас, как говорится, не убудет, и мы приступаем. Ох ты, два толстяка, взрывателя. Да-да-да, конечно, я сейчас буду убивать этих врагов, прям кузенему. Ага, минус. Минус жербас. Вот этот туман меня бесит, потому что я не... Вылезли, услышали, гады. Так, бегун, бегун, бегун. Опа, минус. Так, 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 тихо, 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 тихо. Да уйди от меня, корявая. Так, вот, взрыватель этот. Толстопусы. И бегуны тут. Вот теперь думаю, кого тут бахать в первую очередь. Ладно, буду крошить всех. Блин, ты посмотри, бегуны. Бегуны опасны тем, что они подойдут вплотную. Во. Эй, эй, жирный, ты слишком близко подошел ко мне. Да что ты со своей перезарядкой? Отлично, ребята, победили. Ага, дудки там, еще ползут. Но, бегуны, вижу, вижу, я их вижу. Да как же у тебя быстро заканчиваются патроны? Ты надоел, а? Фрэнки, ё-моё. Как с тобой совладать-то, я даже не знаю. Блин, только начинаешь пристреливаться, все, патроны кончились, блин, сразу за перезарядку. А в этот момент эти чувачки тут набегают на меня. Что? А, улучшение завершено. Хорошо, урон. Так, темп стрельбы. И, тем не менее, все равно нас еще сюда не пускают. Вот охламоны. Что у нас тут? 185 долларов, да мы вообще ничего не сможем сделать. Полуавтоматический дробовик. Да, и металлолома у нас маловато, ребята. Я даже не знаю, хватит ли нам. Хватит нам или нет. Все равно зарабатывать опять придется деньги. Как ни крути. Так, сюда нам нельзя. Видите ли, тут нужно пулемет АДР купить, чтобы я мог здесь фармить. Сюда тоже не пускают почему-то. Вот остается только здесь. Ладно, ребята, нам терять нечего. Убейте всех зомби из автомата. Да как раз плюнуть. Я как раз специализируюсь, в принципе, по автоматам. Ну и по дробовикам тоже. Ну и по пулеметам, естественно. Вот только с гранатами что-то у меня пока не вяжется. Я не могу понять, как они должны... Как сказать? Как это назвать-то, даже не знаю. В общем, принцип их действия. Так, толстый стоит пока. А нет, все, очухался. И бегуны тут, а? Ну ты посмотри, они слышат, видимо. Да ладно, иди. Иди 100-метровку бегай, гадины, блин. Получили? Рукопашку. Мачете, взрыв. Великолепно. И как приближается подрывник. Это опять толстяк, да, это он. Вылезли, блин. Кто откуда? Кто из... Руин, то есть под машины вылез, то есть подвала выкарабкались, а? Хедшот, замечательно. Так, толстый, да ладно, да что ж ты. Ребят, ну это уже невыносимо просто, а? Невыносимо, я еще раз говорю. Есть, есть. Потому что слишком быстро кончаются патроны. Фигня какая-то полнейшая. Но 70 ящиков я получил, тем не менее. В миссиях можно использовать дополнительное оружие. Вы можете говорить, а, не успел прочитать. Так, давайте забираем одну золотишку. Она нам погоду, конечно, не сделает, но тем не менее. Сколько? 390, да? Этого, по-моему, мало, ребят, не хватит. Или хватит на что-то там? По-моему, есть 300... А, вот, ребят, как раз 350. Давайте сделаем улучшение. И у нас 40 долларов всего осталось. Ё-моё, 40 долларов. Что я с ними буду делать? Слушайте, а за ПВП, по-моему, нам деньги не дают, да? Там только чисто очки. Просто я думал, может быть, сходить по ПВПшиться. Ладно. Давайте еще, наверное, пару боев. Ну, я думаю, что не успеем мы за эту серию накопить. Ну, не беда, зато в следующей серии обязательно накопим. И посмотрим, что там за босяр такой будет. Так, убейте всех врагов. Ага, ползет ко мне. Беги. Кстати, вот насчет дробовика. Он очень хороший именно против вот этих вот бегунов. Потому что я могу не точно в них попадать. И, тем не менее, я их убиваю. Смотрите, бочка. Бочка — это хорошо, я в нее вылез откуда-то из-под машины, гад. Видели?
И прям из-под колеса, как червяк, выполз, блин. Пришлепнул. Во-во-во, откуда-то из-под бочки. Да ё-моё, вот так вот, ребят, видите, взрыв. Это ж просто великолепно. Шик... Так, ёлки, нифига ты подкралась ко мне. Ах, ломонка, вот так, лишилась за это головы. Тут, блин, оказывается, надо по сторонам смотреть. Так, метатель, вот тебя тут не хватало. Так, ребята, бочки, бочки. Я вижу бочки, опа, нормуль. Давай вот эту, ого, шикандос. Так, и я смотрю, у нас тут осталась одна, еле идет, кривая. Не добил, видимо, да, не добил. Готово, чувырло. Ну что ж, ребята, вот мы, в принципе, и прошли на одном дыхании, грубо говоря. Нет, дробовик, конечно, это вещь, особенно против бегунов и вот именно массовых скоплений. Так, сколько у нас? $280. Блин, да что ж так мало-то, а? По чуть-чуть дают, мне бы какой-нибудь множитель бы получить. Так, текущая 69, требуется 75. Вообще не хватит, да, ни на что. 430 нужно здесь бакинских на перезарядку. И тут 430, а остальное, в принципе, все улучшено по максимуму. Да, да, ребята, где-то штуку мне еще баксов нужно заработать. А это очень и очень много для меня, я так считаю. Я даже не знаю, ребята, может быть, мне потом как-то при монтаже все это вырезать. Вот эти вот, где именно я хожу, фармлю деньги. Оно, в принципе, наверное, нафиг не нужно. В общем, вы напишите мне это в комментариях. Нужно показывать это или не нужно? Или это все-таки вырезать просто-напросто? Лезут, лезут девочки. Иди отсюда, тебя не звали в гости. Так, 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 оп. Вот, видите, ребята, вот я и говорю, что дробаш тут великолепен. Просто, да ладно тебе. Ох ты, даже хедшот был. Блин, я среди этих упырей ничего не понимаю, что тут происходит. Так, и у меня, у дробовика, ребята, еще один недостаток. Всего 5 патронов. И очень какая-то долгая перезарядка. Но это мне не мешает пройти этот уровень. Фу, нет, все-таки дробовик, он круче будет автомата. А пулемет, я думаю, круче будет, чем и дробовик, и автомат. Так, ну что, $455, наверное, мы уже можем что-то с вами улучшить. Так, давайте-ка мы с вами глянем. Да, вполне мы можем с вами что-нибудь, перезарядка или точность. Давайте перезарядка, потому что он слишком долго это все делает. Минутку надо всего лишь подождать, и у нас все будет хорошо. И металлолом у нас кончился, ребята, ё-моё! И вот у нас пошли тратиться уже помидоры. Видите, 7 помидоров осталось. Счетчик начал уменьшаться. Обалдеть просто. Ну и куда? У нас только одна доступная миссия. Вот это вот, ребята, с дробовиком опять же. Деньги я не хочу просто фармить. Смысл? Мне нужны ящики все-таки. Поэтому я и выбираю вот эти вот миссии, которые можно и деньжат заработать, и припасов. А чисто деньги как-то меня не особо интересуют. Хотя они то... О, тихо, тихо. Так, мне нужно защищать этого... мужичка, это у нас кто вообще такой? Я не могу понять. Оу, тихо, тихо, вот это вот подрывника-то мне тут не хватало как раз. Так, откуда ты вылез-то, а? Бинго, ребята, бинго. Опа-на, ох ты. Так, прикрываю тебя, усач, прикрываю. Ты, главное, держись, братуха. Не погибай. Так, перезарядка, хитрите на корень. Так, последний, надеюсь, это последний. Так, бойню мы тут устроили. Вот, бегут, бегут. Бинго, так, отлично. Еще один бегун. Опа-на, слег там же, возле ящиков. Есть. Довольно неплохо, довольно быстро и хорошо. И, знаете, так задорно. Без всякого там тягомучества. Ух, отличненько. Главное, все идет у нас как... Опа-на, улучшение завершено, ребятушки. И нам осталось... А нам, наверное, осталось, ребята, всего лишь... Да, всего лишь одно улучшение, на которое нужно 430 долларов. А у меня таких денег нет. Ну, это нужно опять же идти на фарм. Но с этим делом, я думаю, мы пока, наверное, ребятушки, потерпим, да. И я хочу зайти к себе на базу и посмотреть. Так, металлолом, 3 штуки. Блин, ребята, этого мало. Даже если я сейчас накоплю деньги, все равно не хватит скрафтить. Что мне в этом ящике выпадет? Давайте посмотрим. Аптечка, 3 штуки. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Блин, а как же мне металлолом? Я так понимаю, я не могу ничего сделать, чисто добывать. Да. А такими темпами, как он добывается, мне придется очень и очень долго ждать. Так что это у нас такое? Вот, ребята, видите, вот они выжившие. Как же мне их достать? 50 карточек стоит каждый выживший. Типа пазликов.
А где? Ну, может быть, потом мы с вами пойдем, и они будут открываться, открываться постепенно, постепенно, и мы с вами будем их зарабатывать. Я так понимаю, что они будут отдельно от нас играть, или же все-таки мы можем выбирать и играть за них сами. Так, все упирается у нас в городской центр, как мы это, ребята, видим. Поэтому мне нужно его апать, как ни крути. А для этого нужно очень и очень много ящиков, а точнее 700 штук. Тут, смотрите, нефтяная вышка, танкер, клановый центр. В общем, все это надо будет изучать, улучшать, как говорится, и дальше продвигаться по этой игре. То есть мы сейчас на самом начале, ребята, а вот у нас, смотрите-ка, и чат есть. Смотрите-ка, тут администрация, будьте вежливыми, относитесь с уважением к другим пользователям. Ну, а на этой ноте, ребята, я буду, наверное, завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И мы сразу же шпилим следующую очередную серию по этой игре. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи вам. Увидимся уже в следующих видосиках.